Приветствую вас на канале «Вкусный уголок». Сегодня готовлю ленивые беляши. Продукты, которые потребуются, вы видите на экране. Итак, приступим. Берем емкость, выливаем сюда пол-литра слегка теплого молока. Добавляем 7 грамм сухих дрожжей, чайную ложку соли, столовую ложку сахара, 2 столовые ложки растительного масла, 1 яйцо. И все хорошо перемешиваем. Затем понемногу добавляем просеянную муку и перемешиваем. Вот посмотрите, вот такое густоватое тесто должно получиться. У меня сюда ушло ровно 500 грамм муки. И теперь его нужно накрыть и оставить в теплом месте примерно минут на 40. За это время нужно подготовить мясо. Я взяла 600 грамм уже готового фарша, у меня перемолотое куриное филе. Добавляю сюда очень мелко порезанную одну луковицу, примерно четверть чайной ложки соли, немного черного перца и хорошо перемешиваю. Через 40 минут тесто немножко подошло, вот посмотрите, видите, какое красивое. И теперь выкладываем сюда фарш. Все хорошо перемешиваем до однородности. Вот такое тесто должно получиться. Оно не жидкое, оно как бы падает с ложки, видите? Далее ставим сковороду на огонь, разогреваем ее, наливаем немножко растительного масла и с помощью ложки выкладываем тесто. Жарим на огне ниже среднего с двух сторон до золотистого цвета. И после того, как вы перевернули, лучше будет накрыть крышкой, для того, чтобы в середине все хорошо прожарилось. Ленивые беляши готовы. Из того количества продуктов, что у меня было, получилось 32 штуки. Вот посмотрите, какие они в середине. Видите, все хорошо пропеклось. Это очень быстро и просто. Так что готовьте с удовольствием. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.